6 часов 32 минуты в городе Красноярске. Доброе утро. Вчера на сессии законодательного собрания Красноярского края депутаты приняли законопроект о внесении изменений в закон края об образовании. Также устанавливается право молодых педагогов, проживающих на территории края, на получение социальной выплаты для оплаты первоначального взноса на ипотеку для приобретения или строительства жилья. Однако обязательным условием для предоставления выплаты является то, что кандидаты не должны быть старше 35 лет, а стаж работы педагогом должен составлять не менее года.